Друзья, всем доброго времени суток, и давайте в данном видеоролике я скажу вам про еще одно интересное ICO. Это будет проект Beyond Box, и давайте разбираться, в чем же его суть. Так вот, Beyond Box — это технология, которая изменит наш мир. Прямо сейчас вы можете принять участие в токен сейле данного проекта, и до его конца осталась 1 неделя, 5 дней и 20 часов на момент записи данного видеоролика. Ну что ж, давайте разбираться в сути данного проекта. Так вот, данный проект — это, по сути, совмещение в себе различных возможностей, то есть это целая экосистема, и это мультифункциональная криптовалюта, которая позволяет, соответственно, что делать? Это производить обмены, это также она позволяет делать покупки, то есть шоппинг-сервис, тут будет также, тут будет еще функция кэшбэка, ну и также одной из самых интересных вот это функция игр. Здесь как раз таки про это тоже будет рассказано более подробно. Вот. Ну и также, что еще важно, что, соответственно, эта функция будет защищенной. Ну, естественно, это все сделано на блокчейне, поэтому защита тут будет. Также еще здесь будет и магазин их личный, также то, что говорил, будет кэшбэк, ну и также будет еще и обменная тоже функция. Ну что ж, и теперь про платформу давайте поговорим. Так вот, тут есть, как я и говорил, платформа шопинг, то есть для совершения покупок, также обменный сервис, то есть по сути это платформа для трейдинга, также функция кэшбэка, тоже очень удобно, потому что сейчас на кэшбэке можно сэкономить очень неплохую сумму денег. Вот. Ну и также будет игровая функция, то есть понятно, что индустрия игр, то есть гейминг, развивается постоянно, и естественно, что в эту индустрию все больше приходит людей, поэтому очевидно, что перспективно заниматься тоже данным направлением. Ну что ж, давайте поговорим про распределение токенов. Так вот, на публичную продажу 75% будет уходить, на команду 5% и на продвижение, на баунти 20% токенов уйдет. Вот, что еще хочу сказать? Хочу сказать, что называется токен данный Beyond Box, и код у него Box. Также он сделан на платформе Эфириума, максимальная эмиссия — это 8, соответственно, миллионов данных токенов, в обороте будет 7 миллионов 600, и такая цена, что за один эфир можете купить 2000 данных токенов. ICO стартовало 20 мая, закончится, как я и говорил, через примерно 2 недели, 15 мая. Вот, ну и то, что они хотят собрать по минимуму, это 2,5 миллиона долларов США. Ну и также они будут выходить в дальнейшем на различные биржи, такие как, допустим, EtherDelta, Coin Exchange, Litecoin, Bittrex, OKX и HIT BTC. Ну что ж, план данного проекта тоже можем разобрать, то есть видно, что уже некоторые этапы были преодолены, некоторые впереди. Вот, ну, в частности, что сейчас у нас — это этап ICO, далее будет запуск на бирже, далее будет запуск онлайн-магазина, далее будет функция кэшбэка сделана, далее будет функция гейминга сделана, ну и далее будет старт сервиса в 55 странах, ну и далее, соответственно, будет взаимодействие с различными крупными сервисами, далее будет запуск офиса в Нью-Йорке и Токио, ну и, соответственно, будет дальше портал на японском, немецком, китайском и французских языках. Ну а потом уже во втором квартале 2019 года, то есть приблизительно через один год, будет активное продвижение и, конечно же, дальнейшее развитие данного проекта. Ну что ж, ну и также важно понимать, что у данного проекта есть различные партнеры стратегические, вы их видите сейчас на экране. Также на экране есть информация про команду данного проекта, причем команда из самых разных стран, что, конечно же, довольно неплохо. Допустим, есть Павел Пахомов, который наверняка из Советского Союза выходит, что, безусловно, довольно приятно, что наши соотечественники, они тоже участвуют в разработке ICO проектов различных. Вот. Ну и также есть, конечно же, разная документация, то есть, в частности, White Paper. Ну, White Paper — это для тех, кто не знает, детальное описание того или иного проекта, вы можете ознакомиться с ним перед тем, как участвовать в ICO. Также можете найти информацию про данный проект на различных ICO трекерах, таких как, допустим, CoinGecko, трек ICO, ICO Holder, ICO Bench, ICO Data и так далее. Ну и также, если у вас есть какой-либо вопрос, то вы можете создать его тем, кто создал данный проект, заполнив данную форму. Ну и что хочу сказать, в принципе, что проект мне понравился тем, что это целая платформа, что проект совмещает в себе много функций, ну я надеюсь, что они реализуют все то, что запланировали. Ну еще раз напомню, что для участия в ICO заходите на данную страницу, потому что осталось не так уж и много времени до конца ICO, то есть меньше 2 недель, поэтому кого интересует, то покупайте данные токены.
Ну что ж, я благодарю всех за просмотр данного видеоролика. Я надеюсь, что вам понравился мой обзор на проект Beyond Box. Всем тогда спасибо за внимание и до скорых встреч уже в новых видеороликах.